Это было без 10 или без 15, 4. Я лежу и слышу, что я задыхаюсь. Мне нечем дышать. Мне нечем дышать. Такое вот меня в грудях все зажало. Так соседка Людмила Одинец вспоминает новогоднюю ночь. Пока по телевизору шел голубой огонек, этажом ниже бушевало настоящее пламя. Хлопок и квартиру окутал дым, стало понятно. Пора вызывать спасателей, на часах почти 4 утра. ЧП случилось на Прибрежинском бульваре, горела квартира на первом этаже. Уже прибыв на место, спасателям сообщили, в квартире находится человек. На земле еще остались следы той страшной ночи. Спасатели проникли в квартиру не только через входную дверь, но и окно. На счету была каждая секунда, но спасти мужчину не удалось. В спальне на диване был обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения. В результате пожара в спальне уничтожено имущество. В квартире закопчены стены и потолок. Сейчас специалисты выясняют причину происшествия. Одна из рабочих версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.